Интересная появилась. Угу. Так, всем привет пчеловодам и огородникам. Сейчас испытываем мой чудо-апилист. Вот, я его уже поставил на исходную. Заняло это каких-нибудь всего лишь 45 минут, чтобы прицелиться. Ну, когда у вас 10 тюльев, это не так уж и много. Вот, сейчас будем поднимать. Первый раз я поднимаю. До этого я показывал только все с пустыми. Сейчас уже мед там есть, да? Есть, да? Ну да. Пчелы тоже есть. Килограмм 30. Килограмм 30 там уже есть меда. Так что, но ручки, конечно, слабоватые. Это надо переделать. Надо их пластин делать, если вот под такое. Ну или хотя бы вот такие. Это, конечно, так, фигня. Ну, как говорится, поехали. Ну, в общем, как я уже сказал, мы прицелились, рога выставили под, сдвинули, то есть я уже тут пытался, и подводим, грубо говоря, вот так. Вот так подводим и начинаем трещать. Ребятка у меня левосторонняя, вот так у нас получается. Все, начинаем отрывать вместе с крышкой, с медом, с мясом. Под колесо надо поставить ногу, чтобы не укатило. Так, что там, товарищ оператор, поднимается? Угу. На сколько? Ну, сантиметров 10 поднял. 10 надо поднять. Не, хватит поднимать? Достаточно. Достаточно. Вот, вы подняли. Вот у вас внизу, как выясняется, пчелы. Вот, и начинаем назад отъезжать. Ты все, пчел. А, пчел хочешь показать? Ну, похвали, похвали. Похвали. Он уже сам у тебя уехал. Он, да это потому что неровно. Тут я говорил, асфальтировать надо. И бетонировать. И вот теперь беремся вот так вот. И отъезжаем. Там ничего не цепляет. Все, отъехали. Ага. Эта пчела покушается на мою макушку. Все, он у вас висит. Не дышите. Главное, не дышите. Не знаю, как работать, не дыша. Ну и все. Работаем. Ну, как назад поставить, думаю, понятно. Потом в течение 45 минут переезжаем на другую. Ставь. Ставить? Ну, то есть мы поработали, да? Типа того. А, ну надо показать просто установку. Если у вас ничего никуда не сдвинулось, то есть вот чем хороши большие колеса, да? Они как бы сглаживают все неровности. И четыре колеса. Сглаживают все неровности, извиняюсь, ландшафта. Ну и опускаю. Начинаем опускать. Так я придавлю сейчас. Не должен. Не должен. Начинаем опускать. Ну, естественно, у нас что-то не совпадает. Вот что-то где-то сдвинулось. Это надо действительно иметь идеальную дорогу. Чуть мы подправили. Все там издалека видно? Угу. И опять начинаем опускать. Бульк, бульк, бульк. Все село? Угу. Сколько тысяч пчел я придавил? Одна. Оп. Ага. А вот так вот, ребята, надо не лохануться. Ну, это лебедка такая. Все, отъезжаем и поехали на другой. И т.д. и т.п. Шикарная вещь, вот такой вот апилист. Вот. Ну, как он устроен, я уже рассказывал, смотрите, в предыдущих видео. Да, еще прикол такой. У нас картошка и пчелы соседствуют, как говорится. Верно, сосуществуют. На картошке нет жука, обратите внимание. Мы ее опрыскивали. Если кто-то спросит, чем, напишу в комментариях. Не буду говорить в прямом эфире, чтобы не делать рекламу. Потому что мне за нее не платят. Вот. Так что вот так вот можно держать и пчел, и огород. Ну все, как-то так коротенечко. Кому что интересно, спрашивайте, пишите, хвалите.
Вот такой вот замечательный агрегат. Переставляется он легко. То бишь, вот так вот наклонили и на двух колесах вывернули, поехали к другому. Вот, выставили, заехали, все. Ну все, вроде бы все рассказал. Все, всем удачи, всем пока. Гаси.